Сколько стоит собрать ребенка в школу? Сегодня этот вопрос можно назвать как никогда актуальным. По данным ВЦИОМ, в этом году на сборы калининградцы потратили от 4 до 5 тысяч рублей, в то время как сами горожане называют цифры в два раза больше. Только один рюкзак, по их данным, обходится в 2 тысячи рублей. Анастасия Соколова вместе с семьей второклассницы посетила школьный базар. Подробности смотрите сегодня в 20.18 на Первом городском. Узнай больше о событиях Калининграда на Первом городском телеканале. Следи за городом.